Сегодняшний форум посвящен возможности трудоустройства. Это наша, вот к нас, как педагогов, это главная цель, чтобы наши ребята, все те знания, которые мы в них вложили, они вышли на практику в их трудоустройство. Самая главная задача – каждый студент, выпускник должен после окончания колледжа быть устроенным. Для достижения поставленных целей на базе Звенигородского филиала Красногорского колледжа состоялся форум «Про карьера». В его рамках потенциальные работодатели смогли рассказать о себе и ответить на многочисленные вопросы учащихся. На территории округа есть все возможности для развития различных видов туризма, в том числе медицинский. У нас свыше 25 санаториев, пансионатов и реабилитационных центров. Поэтому, конечно, этот сектор, он требует большого количества кадров. И я думаю, что как раз вот все эти направления в будущем, они будут развиты. Чтобы максимально заполнить пустующие ниши, в колледже готовят специалистов разных сфер услуг, гостеприимства и ресторанного сервиса. Особое внимание уделяется изучению иностранного языка. Упор делается на профессиональную лексику. Наши ребята, будучи на практике, привыкают к руководству, привыкают к коллективу, показывают себя там с хорошей стороны, и это дает им возможность, будучи студентом 3-4 курса, быть уже трудоустроенным. Мы такую возможность, как образовательная организация, тоже можем дать, потому что ребенок может уйти на индивидуальный график обучения. И на выходе он имеет, да, закончив наш колледж, он имеет диплом и трудовую книжку. Быть не только компетентным специалистом, но и грамотным, интересным собеседником – задача, которую успешно реализуют в стенах колледжа. В результате взаимодействия заинтересованных лиц – историков, краеведов и художников – Яна Поляруш выпустила путеводитель по Звенигороду. Знать историю места, где ты работаешь именно в туристическом бизнесе, да, уметь рассказать, допустим, какие-то значимые события города или какие места можно посоветовать посетить. Сегодня в округе немало предложений с достойным уровнем заработной платы в туристической сфере. И важно, что именно у одинцовских ребят есть возможность работать на территории муниципалитета. Елена Краева, Виктор Николаев, телекомпания «Одинцова».